В минувшие выходные наша республика превратилась в одну большую сцену. Чувашия отметила День республики. В этот раз праздник прошел в новом формате. Юбилейная выставка «Регионы. Сотрудничество без границ», фестивали «Родники России» и «Русь-Мастеровая» поменяли локации. Основная праздничная программа ждала жителей и гостей республики 24 июня. Наши сердца наполняются радостью. Спасибо вам за это. Успехов, удачи, любви, мира и согласия. С праздником, дорогие друзья! Лучших из лучших наградили прямо на главной сцене. На реализацию творческих проектов в 2019 году Чувашский государственный художественный музей и Академическая симфоническая капелла получили гранты главы Чувашии. И любите великий, добрый и умный русский народ. Народ этот не обидел вас в прошлом. Он не обидит вас и в будущем. «Славься, Чувашия!» Республиканский конкурс с таким названием открыл праздничную программу. Лучшие творческие коллективы районов и городов вышли на главную сцену республики, чтобы поздравить жителей с праздником и познакомить с традициями и современными достижениями муниципалитетов. Аликовские, Бресенские, Канашские – 12 лучших команд из разных районов демонстрировали свое мастерство. Два творческих коллектива из 20 российских регионов нашей страны. Фестиваль «Родники России» уже давно стал визитной карточкой Чувашии. В этом году участники сначала выступили на концертных площадках в разных районах нашей республики, а 24 июня собрались на главной сцене Чувашии на Красной площади. Традиционно праздник завершился фестивалем фейерверков, 11-м по счету. Два дня пиротехники России и стран ближнего зарубежья собирали тысячи людей на набережную Чебоксарского залива. На этот раз в красочном шоу участвовали 4 команды из России и 1 из Республики Казахстан. В итоге гости из Алматы стали лучшими в номинации за создание яркого образа. Приз за лучшее воплощение фантазии огня достался Симферополю. Санкт-Петербург получил награду за лучшую постановку фейерверочного шоу. Пироснап Поволжье взяли приз за лучшее музыкально-художественное оформление. А гран-при 11-го международного фестиваля фейерверков завоевала команда пиротехников из Москвы. Юлия Важенина, Республика.